Україною не хочуть лізти у конфлікт. Валерій Герасимов нещодавно звільнив генерал-майора Івана Попова із посади командувача 58-ї армії країни-агресорки. Після цього спікер Путіна Дмитрій Пісков висловився щодо конфлікту у Міністерстві оборони Росії. Прес-секретаря Кремля запитали, чи знає президент Російської Федерації про суперечки Валерія Герасимова та Івана Попова. Про це повідомляють російські ЗМІ. Пісков відмовився коментувати ситуацію із командувачем російських окупантів. Далі я цитую: «Ми не коментуємо. Все ж таки мовиться про військових, про Міністерство оборони. Тому за коментарями рекомендуємо туди звертатися», – сказав Пісков. Він також заявив, що це не питання порядку денного у Кремлі. Зараз приєднується до нас ізраїльський журналіст Марк Котлярський. Марк, здравствуйте. Приветствую вас в ефірі «Апостроф ТВ». Здравствуйте. Взаимно очень рад, как всегда, быть в ефірі вашей программы. Спасибо большое. Спасибо за то, что вы присоединяетесь к нам. Марк, вы следите вот за этим конфликтом, что происходит в Кремле, между Кремлем и Министерством обороны, внутри армии российской? Это какие-то отдельные процессы или это одна система? Кто с кем борется и почему? Нет, это, конечно, процессы многопрофильные, скажем так, и они происходят, начались не так давно. Да, как бы, хотя они шли, они подспудно шли, но вот сейчас, как бы, скажем так, да, то, что мы с вами обсуждали, да, когда-то в нескольких программах, что мятеж Пригожина стал своего рода таким триггером для тех процессов, которые шли подспудно. И, насколько мне известно, вот сейчас, то, что вы сейчас как раз перед моим выступлением говорили, рассказывали об вот этом конфликте Попова с Герасимовым, там еще одна фамилия мелькает, депутат Госдумы Андрей Гурулев, это все как бы не просто даже отголоски, а это проявление, скажем так, следующего этапа, так сказать, разыгрываемой на наших глазах драмы, которая пока неизвестно, чем закончится. Значит, так сказать, первый этап, давайте я как бы выскажу свою версию, так как я это вижу. Первый этап был на наших глазах, изумленных наших глазах, мы видели, что происходит, да, мы видели мятеж Пригожина, который ничем не закончился, а закончился, собственно говоря, кстати, мое предположение о том, что мятеж Пригожина совершенно не ставил своей целью свержение путинского режима там, или арест Путина и так далее, а был исключительно, как сказал один обозреватель, ради денег. То есть это все подтвердилось. То есть как бы действительно главной целью Пригожина, так сказать, там был бизнес и дележка общака, дележка бизнеса и так далее, и так далее. Я тогда еще сказал, что как бы на этом все не закончится. То есть будет дальше и второй этап, и третий этап, и некая, как мне говорят мои источники, некое более серьезное, как бы так сказать, серьезное происшествие, инцидент, назовите это как хотите, который планируется примерно на начало августа. То есть, да, то, что мы видим сейчас, подтверждает мою версию, что процессы не успокоились. Угу. Да, то есть, как бы ушел Пригожин, появился Попов. То есть, как бы Попов, по сути, заявил то же самое, что Пригожин. Цитируют его СМИ там многочисленные, который сказал, что говорит, меня уволили, сказал Попов, за то, что я сказал правду, что происходит на самом деле, что русские солдаты гибнут в огромном количестве, получают увечья, так сказать, и что нет контрбатарейной борьбы, как он говорит, нет станции артиллерийской разведки, а солдаты страдают от артиллерии противника, который, так сказать, Попов, ничтоже сумявшийся, как говорится, назвал главной трагедией современной войны. И по словам генерала Попова, значит, так сказать, приказ о его увольнении был буквально слеплен на коленке за один день и подписан министром обороны, так сказать, Сергеем Шойгу, поскольку, как считает опять-таки Попов, значит, старшее руководство почувствовало в нем какую-то угрозу и какую-то опасность. Вот после того, как он об этом заявил. На самом деле, Марк, но ведь вещи, о которых заявляли, о том, что что-то не покупается, какое-то оснащение старое, о том, что недостаточное обеспечение и так далее, ведь это тоже не новости, но ведь это не сегодня началось. И даже об этом, ну, говорили только не сегодняшний день. И не Пригожин первый об этом говорил. Почему именно теперь это становится проблемой? Это становится проблемой, потому что, еще раз, обострил отношения между
башнями Кремля. Угу. Мятеж Пригожина обострил конфликты внутри руководства. Мятеж Пригожина высветил вот этот внутренние конфликты, о которых не говорят. Да, так сказать, это конфликт между Министерством обороны и силовиками, это конфликт между Пригожиным и Министерством обороны, это конфликт так называемых, вы, наверное, слышали это как бы выражение, да, то есть есть так называемые паркетные генералы и не паркетные. То есть не паркетные, это те, кто воюет непосредственно в поле, те, кто там, как бы, так сказать, в армии и так далее, и паркетные генералы, которые, так сказать, вешают себе звездочки на грудь, сидят где-то в штабе, так сказать, и на самом деле только занимаются тем, что разворовывают государственную казну. Поэтому, так сказать, это все как не хотел Пригожин, хотел Пригожин, но тем не менее его демарш вызвал вот это брожение. Это брожение было, вы правильно говорите, оно, так сказать, существовало, но оно было так, как бы под сурдинку, но как бы о нем особенно никто не говорил. И вдруг этот мятеж высветил очень ярко и четко. История с Поповым просто это продолжение цепочки вот этой событий, этих событий. И более того, это еще и проявление недовольства непаркетных генералов. Армия крайне недовольна тем, что сегодня происходит. Действующая армия. Не вот эти не паркетные генералы, не эти диванные аналитики или, так сказать, там, начальники штабов, которые далеки вообще от линии фронта и не понимают вообще, что происходит. Армия, в армии зреет недовольство. Это прекрасно понимают силовики. И сегодня главная линия конфликта, на мой взгляд, пограничная красная линия, проходит между силовиками и между военными. Вот это, так сказать, мина замедленного действия. Вот это может рвануть, и это может рвануть очень сильно, вплоть до, как я уже говорил, смещения руководства, скажем, того же самого Шойгу или Герасимова, а может быть даже еще больше. Но я еще раз говорю, кстати, недавно есть такой канал в Телеграме, называется ВЧК ОГПУ. И там была очень любопытная, так сказать, констатация факта, резюме по поводу того, что произошло с Поповым, что следующей попыткой демарша вот этих непаркетных офицеров, непаркетных генералов, может стать публичный призыв освободить генерала Суровикина, и это тоже рассматривается как триггер к бунту. То есть вполне возможно, что это будет следующий этап бунта, потому что, так сказать, я еще раз повторяю, военные сегодня крайне недовольны тем, что происходит в верхах. Марк, но вот есть же заявление и публичное обращение десантников о том, что надо батю Теплинского освобождать и вернуть им, да, вот такая поддержка ему, тоже, то есть не только Суровикина, и там и круг этих генералов расширяется, о ком говорят, их становится больше. То есть уже бунт Пригожина становится бунтом генералов, и как бы меняются главные лица, и масштабируется это все, более разрастается. И интересно, что вот эти десантники ВДВ, ну как бы такие довольно сильные подразделения армейские выступают, ну мобильные, те, которые, наверное, могут быть эффективными в разных операциях.
Потому что, как мы понимаем, да, так сказать, Россия, особенно после демарша Пригожина, вся какая-то информация не просто дозируется, а, так сказать, все, что касается этой, как они ее лицемерно называют, СВО, все это как бы просто ушло под спут. Так сказать, и поэтому, а уж тем более, что творится там внутри, так об этом вообще только приходится догадываться и брать информацию из каких-то инсайдерских источников. Марк, ну вот, конечно, базируясь на разных источниках, но говорят о том, что 28 генералов как-то поменяли свою позицию, 13 из них высокопоставленных офицеров задержали, и 15 офицеров, которых подозревают в причастности к восстанию вот этому Пригожинскому, они просто, ну, их уволили или перевели на какие-то другие места, то есть убрали от руководства. То есть довольно большое число. И говорят сегодня вот уже аналитики, что меняется немножко как бы сам тренд, что вот этим репрессиям, увольнениям, следствию поддаются не только те, кто поддержал мятеж Пригожина, кто непосредственно, ну, не принял участие, но, по крайней мере, кто как-то фигурировал и был причастен к этому, а уже и те, кто вообще высказывает какое-то недовольство. И тогда кто эту чистку производит? Это чистка от имени со стороны Шойгу? Или это чистка из какого-то другого источника? Кремль вообще умывает руки и устами Пескова говорит, что это их проблемы, вот у них и спрашивайте. Да, мы ничего не знаем, да, мы ничего не видели, мы вообще, как бы, вообще, так сказать, мы вообще тут погулять вышли. Ну, понятно, так сказать, это очень, так сказать, привычная для Кремля, как бы, так сказать, позиция, да, мы вообще умываем руки. Там вообще очень интересно, понимаете, дело в том, что, вот, скажем, я читал мнение нескольких скрытых источников, да, на которые ссылаются, что да, действительно, вы правы, да, то есть, как бы, пытаются сейчас избежать очередного бунта, и для этого, но чтобы это произошло, выяснилось, что в армии, как я уже говорил, зреет огромное недовольство. Поэтому помимо тех генералов, которых арестовали, и которых, на которых действительно прессовали, чтобы они поменяли свое мнение, потому что они как бы люди, чье мнение весомо, и они влияют на свою паству, скажем так, на своих подчиненных. Но если как бы есть там даже идея чуть ли не чистки армии на уровне офицеров, на уровне там старшего командного состава, но ведь проблема в том, что на самом деле, если это произойдет, как говорят некоторые эксперты, да, то это просто, так сказать, намного снизит боеспособность российской армии. Потому что, так сказать, ну окей, придут к власти не паркет, так называемые паркетные офицеры, которые вообще пороху не нюхали, не знают, что такое. То есть, как бы, по идее, это намного ослабит позиции российских и военных на украинском треке. И, так сказать, они, как бы, с другой стороны, это прекрасно понимают. И сейчас они пытаются, опять-таки, если мы опираемся на некие скрытые источники, они пытаются воздействовать, как бы, пока первая стадия на вот этих офицеров, которых вы говорили даже, что они не просто, скажем так, они не участвовали, но они молчаливо поддерживали. Или они не высказались против чего-то, да? То, естественно, как бы обычная тактика российская, как бы это запугивание, уговаривание там и так далее, с целью замять эту ситуацию и каким-то образом обратить ее в свою пользу. Потому что, ну вот, действуя вот так вот на острие, на грани, потому что если они перейдут эту грань, то в любом случае как бы триггером может стать любой повод, триггером может стать любое недовольство и привести в результате к очередному этапу бунта, да, чего они больше всего боятся сейчас. И это говорят все, что кремлевское руководство ужасно боится повторения сценария с Рогожиным, понимая, что Пригожиным, простите, вполне понимая, что это может быть даже еще похлеще. Поэтому, так сказать, вот они так рьяно взялись за этих офицеров, пытаясь уговорить их, так сказать, поменять настроение, скажем, отказаться там от бунтарских настроений и так далее, понимая, что от этого они только проиграют. Вот. Поэтому вот они, я еще раз говорю, все зависит от того, насколько далеко зайдет конфликт между силовиками и армией. Так сказать, потому что в армии сейчас недовольство достигает каких-то своих крайних пределов. Марк, можно я тогда уточню? Этот конфликт между разными ветвями в самой армии, это, предположим, Шойгу, Герасимов и вот какая-то другая группа, Суровикин, представитель ее, или это конфликт между армией и ФСБ? Это и то, и другое. То есть, понятно, это разные степени конфликта, да, то есть Шойгу, Герасимов с одной стороны, да, и вот эти, так сказать, непаркетные генералы с другой, которые, генералы типа Попова, да, которые понимают, что ситуация-то швах,
Понимаете, то есть все уже, как бы, да, снаряды кончаются, люди гибнут, то есть явно, так сказать, ничего не происходит, то есть они в прогаре, они говорят уже об этом открыто, понимаете, то есть это один конфликт, второй конфликт с силовиками и армейскими, которые понимают, силовики, которые сегодня у власти, то есть они держат мазу, они сегодня у власти, они понимают, что самое страшное для российского государства – это бунт. Неважно, откуда он исходит. И любой бунт надо подавлять, так было всегда в истории России. Да, любой бунт подавлялся. Если бунт не подавлялся, то происходила революция, то есть, которая тоже ничего хорошего не приносила. Поэтому, так сказать, куда ни кинь, всюду клин. И я считаю, нам надо ждать только развития событий, которые, как мне кажется, явно пойдет на пользу Украине. Потому что, так сказать, все эти коллизии, все эти бурные, они, так сказать, только ослабляют российскую сторону. И я еще раз повторяю, армия настроена, ну, не вся армия, но очень многие крайне негативно, что и выражается в этой смене и давлении на генералов, снятие с одних должностей, с одних назначений, переброска, так сказать, на линию фронта и так далее. Вот вся эта чехарда, вся эта, так сказать, она только лишь свидетельствует, что армия действительно находится в смятении и не понимает, что делать дальше. Марко, скажите, пожалуйста, вот я хотел бы перейти к каким-то триггерам будущих событий. Если вы говорите, что что-то может произойти уже в начале августа, то времени-то не так много осталось до этого момента. Но вот таким триггером, например, может послужить вот нынешняя ночь, взрывы на Крымском мосту, его частичное обрушение. И в прошлый раз, когда такие события были осенью 22 года, когда пострадал Крымский мост, тогда было какое-то смятение, и не знали, кого обвинить, то ли ФСБ, то ли армия, то ли ППО должны были лучше защищать Крымский мост, то ли спецслужбы должны были контрразведку лучше проводить и разведку, и там не допускать. Вот сейчас это событие может подстегнуть развитие конфликта и какие-то взаимные обвинения? Конечно, еще как. И уже они начались, эти взаимные обвинения, так сказать. И посмотрите, ведь в Крыму началась паника, по большому счету, да? То есть, как бы, туристам призывают не ездить по Крымскому мосту. Те, кто находится в гостиницах, их призвали вообще оттуда не выходить. Значит, губернатор Крыма, или как он там называется, значит, тоже призвал там типа к спокойствию. Там. Часть моста, судя по всему, обрушилась, как бы, и непонятно, там ее восстанавливают, не восстанавливают, тоже не очень понятно. То есть, вы понимаете, весь, как сказать, смех и трагизм этой ситуации с российской стороны заключается, что когда Россия получает подобного рода пинок, да, или подобного рода, так сказать, это самое, она вдруг как-то в удивление обращает, а меня-то за что? То есть, как бы, да, и вот это меня-то за что? Оно действительно может быть триггером, оно действительно, как бы сказать, может взбудоражить и ситуацию, и довести ее до какого-то предела, если, как бы, последует еще продолжение этой истории с Крымским мостом. Потому что это произошло только-только. Это только началось. Понимаете, мы не знаем последствий, мы не знаем, что будет дальше. Но, во всяком случае, уже шевеления какие-то явно начались. И Крымский мост — это во всех заголовках иностранных газет, зарубежной прессы, как бы, и так далее, и так далее. Марк.